Поздравляю с победой и дебютным голом. Поделись, пожалуйста, эмоциями. Ну, конечно, очень рад, что получилось забить, тем более победный гол. Жалко, что это тянулось до последней игры, до первой части сезона. Рассчитывал пораньше намного забить. Насколько тяжело было играть при таком морозе? Да, в принципе, не прям тяжело. Холодновато, но когда ты играешь в игре, ты этого не ощущаешь. Расскажи про забитый мяч. Глушь мне в голову просто попал, я головой или лицом забил, даже сам не понял чем. А что партнеры сказали тебе? Ничего, поздравили, подшутили, что опять я лицо свое подставил. Как настраивались на этот матч? Не боялись, что игру отменят? Да нет, даже не думали на самом деле об этом. Настраивались как обычно, знали, что это боевитая команда и нужно было уровень борьбы выдержать.